Актуальные вопросы о внесении изменений в ряд законодательных актов обсуждали на семинаре-совещании в налоговом управлении по Октябрьскому району. Сергей Высокосов подробнее. В работе семинара-совещания приняли участие налогоплательщики района, руководители предприятий, бухгалтеры, а также индивидуальные предприниматели. На семинаре-совещании налоговики старались найти общий язык с представителями малого и среднего бизнеса, ведь все должны понимать, что для полного и качественного пополнения бюджета налоговые органы должны иметь сильных и платежеспособных предпринимателей. Именно в этом интересы и тех, и других совпадают. Результатом этого взаимопонимания уже можем сегодня апеллировать цифрами, то, что недоимка по сравнению с первым полугодием, недоимка в бюджет снизилась на 8,6%. Недоимка в пенсионные фонды у нас снизилась на 51,6%. Также и поступление в бюджет на 1 сентября 2012 года по сравнению с прошлым годом возросли на 121,8% или на 1,5 миллиарда тенге. Также налоговым управлением по Октябрьскому району изыскано дополнительных резервов на общую сумму 118 миллионов тенге. Из них 94 миллиона уже поступили в бюджет. Разобрать все проблемы на одном совещании невозможно, поэтому решено проводить такие семинары регулярно с привлечением других уполномоченных государственных органов для обсуждения актуальных вопросов. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.